Приветствую, дорогие друзья! Сегодня хочу вам продемонстрировать один скриптик специально для Exile, но он, в принципе, пойдет не только для Exile на самом деле, просто все зависит от того, какой мод вы используете. Ну, суть такая. Эпоч уже, как говорится, сдал свои позиции окончательно, поэтому я возвращаться к нему больше не буду. Все, кто смотрел мои видео там по поводу Эпоча, не пинайте, но больше не будет видео по моду Эпоч. Возможно, если они активизируются вновь, то есть будут заниматься разработками, я тогда вернусь обязательно к данному вопросу. Вот, ну а теперь давайте поговорим о сегодняшнем скрипте. Значит, суть данного скрипта на действие, на убийство, да, когда человек, ну, игрок убивает, допустим, бота, как можно сделать так, чтобы человек получал Допустим, респект. Пример будет сегодня на респекте. Также точно можно сделать на э, самом э, мане, ну деньги там и так далее. То есть назначать даже за убийство и так далее. Вот. Но я приведу пример только за респект. Если кому-то будет интересно за деньги, могу написать за деньги. Вот. Мне все равно для сервера эти вещи нужны. Итак, ну для начала давайте э, разберем, как это все работает. Работает это таким образом. Сейчас я вам продемонстрирую. Итак, значит, смотрите, заходим там, где наши файлы. Давайте, Халикраш, там 100% есть. Да, вот, есть как бы Халикрашик. Там, где вы создаете бота, да, то есть создаете юнита, в этом месте вы можете сделать такое свойство, как... Add Event Handler, то есть мы добавляем события, <coughs> события убийства. За события вы можете почитать на Бальгеме, на сайте Бальгемии там есть события именно стандартные, и, ну, на что-то, что может срабатывать и так далее. Мы будем использовать убийство, то есть когда <coughs> убил, да, то есть Данный, данный юнит, когда будет убит, должно произойти какое-то действие. Дальше мы помещаем э, убитого юнита и, естественно, кто убил. То есть мы два параметра размещаем, э, ну, вот, делаем отправку в, э, в файл. Да? Я создал, допустим, respect.sovum.cqf. Я его вам предоставлю, как бы сам этот файлик. Вот эту команду, одну строку там ставить, где ваши боты, я думаю, вы сами сумеете, блин. Я не собираюсь, как бы, файл вам в доступ давать. Вот, поэтому тут одна строка, вот она, как она вызывает. Заметьте, когда вы добавляете там ему одежду и так далее, вы к кому обращаетесь, к тому и должны обращаться тут. И все, по вот этому методу, как только вот этого юнита убивают, срабатывают события на данный файл. Такое событие можно делать на любой файл, который вы создадите. Обработчик любой, короче. И события еще разные. Их на самом деле очень много там сел в машину и так далее. Там можно всякие делать разные события, чтобы оповещалось там, и так далее, для более конкретных там, разработок миссий, допустим. Ну, вот такой коротенький ликбес проведу. Значит, смотрите: открываем теперь сам файл, он на самом деле тоже коротенький. Вот, там много всего не будет. Он у меня, в принципе, вот, открыт. Ну, суть одна. Параметр мы принимаем. Кого убили. И, соответственно, кто убил. Чтобы вам было понятнее, я сейчас позакрываю вот это вот дело. Вот, телекраш, да? То есть, вот они, два параметра, да? Это мы получается юнита передаем объект вот он это кого убили да пострадавшая страна а это кто убил то есть мы получаем вот киллера дальше мы просто выводим ну имена если нужно для этих моментов ну я специально еще вывожу в диалог то есть в логи записываю это действие ну не суть вот и мы получаем как бы сам объект да то есть вот мы получили Объект, Я специально его оборудую и выхикал, хотя это не очень обязательно на самом деле. И дальше я создаю переменную респект. Да, у меня за каждого убитого бота на моих миссиях дается плюс 50. Дальше мы проверяем, что действительно э, тот, кто убил, является человеком, потому что юниты могут между собой перестреливаться, и мы юниту респект назначить не можем, к сожалению. Э, ну, к сожалению или не к сожалению, ну не суть. Вот мы проверяем. То есть, если это человек, идем дальше. Берем его UID. Это стандартная функция getPlayerUID, армовская, на Бальгеме вы ее тоже можете написать. Вот getPlayerUID, пробел Arma 3, в поисковике, хоть в Яндексе, хоть в Гугле. И у вас будет от Бальгемии и сразу будете переходить на нее, на эту функцию, и что она вам там дает, и так далее. Узнаете. Дальше мы обращаемся в базу. Это идет обращение в базу, мы берем, э, то есть, респект, который у игрока... Ну, Старое значение, да, его, то есть текущее значение, которое у него есть. По игроку отправляем. И получаем в переменную new score, получаем это старое данное. Дальше мы создаем опять new score и делаем new score плюс наш респект. То есть мы старое, э, старые данные плюсуем 50. Ну, это просто я в логи записываю. Дальше есть такая, как setVariable, это тоже армовская стандартная. В Excel есть данная variable, да, это ну, как бы переменная, да, ExcelScore. Она отвечает за респект как раз. И вот мы назначаем, получается, берем игрока, объект, setVariable, назначаем ему Excel score наш new score который мы приплюсовали. Дальше создаем такую вот переменную. Это для того, чтобы ну, вообще в реальном времени оно обновлялось. Но на самом деле я пробовал, смотрел, вот эти строки как бы не нужны. Но я их на всякий случай добавляю. Дальше идет запись. То есть мы через таблицу, да, то есть, как бы вам объяснить. Ну, короче, set account score это как бы обращение на замену данного, да, именно по респекту. И мы пишем вот, вот это вот, это означает 1 и 2, это значение, вот одно значение и вот второе значение. То есть мы передаем у ID игрока, это второе значение, и первое значение мы передаем наш респект. И все, это в базу запись идет, то есть уже записала. Дальше мы просто выводим информативно, то есть человек получает, когда он убивает, у него выскакивает на экране там, плюс 50, да, там типа скорое, там типа добавлено, ну просто, чтобы он понимал, что ему добавилось. Вот и все, на самом деле такой легенький скриптик. Так можно использовать разные события для ботов там, и так далее, даже для игроков, то есть можно на игроков навешивать и так далее такие моменты и использовать даже для игроков. Ну, это более уже глобальное подробно. А возможно, это кому-то пригодится, как респект добавить. Может, у кого-то есть свои миссии, но он не знает, как игроки требуют, да, сделать там, допустим, чтобы респект добавлялся. Ну, а человек не знает, как это сделать. Или если у вас инфестар стоит, то он блочит клиентские эти. Ну, если разрешить, он не будет блочить, но лучше не разрешать. То есть вот... У нас он блочит, допустим, те, те файлы, которые загружаются с клиентской части, поэтому нам приходится файлы загружать а, не с клиентской части. Для этого очень хорошо вот это вот обращение, которое я вам продемонстрировал сейчас. Вот. А, ну теперь давайте перейдем в игру и в игре я вам покажу, как это работает. Что хотелось бы вам сказать? Данный файл его не нужно подрубать в init его достаточно просто разместить в папке, в корне папки с миссией. И все. Сейчас я вам покажу, как это работает. Видите? Оп, прибавилось. Оп, прибавилось. Оп, прибавилось. То есть скрипт работает. Вот, в принципе, и все. Спасибо, ребята, за внимание. До скорых встреч.